Вас приветствует DSSL News, и мы представляем вам наш специальный проект «Видеоинтервью с известными персонами рынка безопасности». Сегодня с нами любезно согласился побеседовать Федор Жидамиров, региональный менеджер компании Samsung по России, странам СНГ и Балтии. Федор, скажите, пожалуйста, какие тенденции наметились на сегодняшний день на рынке безопасности? Здравствуйте. На мой взгляд, рынок безопасности, российский рынок безопасности и рынок безопасности СНГ сейчас выходит из кризиса. Это мы наблюдаем по оживлению спроса на продукцию различных фирм. Если год назад компании приобретали в основном дешевое оборудование, то сейчас все большим интересом у клиентов пользуется оборудование в среднем ценовом диапазоне и высоком ценовом диапазоне. Если это ответ по поводу экономической ситуации на рынке. Если мы говорим о техническом развитии систем телевизионного наблюдения, то это же, конечно же, для всех известно, что это переход на IP-решения, IP-камеры, различные системы записи видеоизображения по IP-сетям. Федор, скажите, пожалуйста, а что из вашей продукции сегодня наиболее востребованным потребителями? Компания Samsung входит в число ведущих компаний мира и производит достаточно много продукции. Но одним из направлений нашей деятельности является производство интегральных микросхем. Если мы приложим это к рынку систем безопасности и видеонаблюдения, то это производство систем цифровой обработки сигнала и микросхем цифровой обработки сигнала, которые мы встраиваем в наши камеры. Поэтому наибольшим интересом у наших партнеров пользуются наши камеры. Это аналоговые камеры и камеры IP. Федор, не могли бы вы вкратце рассказать о каких-то, может быть, интересных проектах, планах ваших, которые вы сейчас уже реализуете или собираетесь в ближайшем будущем реализовать? Компания Samsung уделяет огромное внимание развитию такого направления, как системы телевизионного наблюдения и системы безопасности. Это принято в качестве одного из основных направлений развития компании, и мы планируем в ближайшие годы выйти в число лидеров рынка систем безопасности. Это наш глобальный подход и глобальный проект. Если же вы говорите о том, каким образом мы этого достигаем, ну, я думаю, все мы понимаем, что с одной стороны это вложения, очень большие вложения в инновационные решения, в надежность, повышение надежности нашего оборудования. И второй момент – это оптимальное соотношение цена и качество. То есть у нас очень хорошее оборудование по очень разумным ценам. И это приносит свои результаты. Мы регулярно развиваем свою долю, увеличиваем свою долю на рынке не только в России, СНГ, но и в Европе и в мире. Федор, скажите, пожалуйста, выставка MIPS, на которой мы сейчас находимся, какую роль она играет в развитии бизнеса вашей компании? Вообще, я хочу сказать большое спасибо организаторам выставки MIPS. Я очень доволен всем тем, что я здесь вижу, начиная от организации и, так сказать, кончая участниками выставки. Это самая представительная выставка в России, на мой взгляд. И именно поэтому наша компания приняла решение участвовать в этой выставке. И надеемся продолжать взаимодействие с выставкой MIPS и с администрацией выставки MIPS и в будущем. Еще раз повторяю, влияние этой выставки на, так сказать, на развитие рынка систем безопасности трудно переоценить. В течение уже многих лет выставка MIPS остается ведущей выставкой на нашем рынке безопасности. Я хочу сказать, что выставка MIPS является уже в течение многих лет ведущей выставкой на рынке систем безопасности. Это видно и по количеству посетителей выставки, и по количеству участников. Здесь представлены основные европейские, американские и азиатские бренды. Именно поэтому компания Samsung решила принять участие в этой выставке. Влияние выставки MIPS на формирование рынка систем безопасности трудно переоценить. Я считаю, что все основные тенденции, мировые тенденции рынка безопасности так или иначе отражаются на стендах участников этой выставки.